Федор Воропаев. Федор Воропаев. Вот Sorry, паспорт. Простите за опоздание. Just a moment. Разумеется, одну секунду. Я не репетировал. А вот это уже, к счастью, абсолютно не мои проблемы. Я не буду выступать. Ты, наверное, нервничаешь. Знаешь, на новом месте все нервничают. Знаешь, как я нервничаю? Нервничаю? Да я играл в 100 раз лучше, чем все тут. Я просто не хочу. Если выиграю этот дурацкий конкурс, то все, жизни конец. Послушай, Федор, есть же и другие методы воздействия. Не выйдешь на сцену, я позвоню твоей маме и расскажу про наши привокзальные приключения. Хорошо. А я расскажу, что ты меня в аэропорту потерял. Потому что, да, пьяный пришел. Ты думаешь, я сисек не видел? Да я их сотни видел. Я видел их столько, сколько ты сама не видела. Да я уже устала от этих си... сказал Заика. Между прочим, Уинстон, Черчилль и Исаак Ньютон тоже заикались. А это кто такие? Я не понял, вы что, опять к парню прикопались? Роль Ильи Муромца будет играть Костя Грищук. Нет, я не смогу. Почему не сможешь? Я в тебя верю. Эта девочка потерялась, она ушла из дома, ей 8 лет. Она абсолютно не умеет выживать на улице, в отличие от всех вас, господа. Деньги покажи для начала. Осядь. Ну, допустим, видел я эту шапочку. Где? Тём, а может, её... А то у него это часики хорошие. Понял. На Белке у ларька с хот-догами. Поищи, инвестор. И это, три штуки гони. Ну-ка дай. Пахнет вкусно. Ну, что это? На, попробуй. Ага, да, давай. Местные, а? Такие никогда не пробовал. Ребят, ну отдайте, пожалуйста. Тебя что, мама не учила? Делиться надо. Передай своей маме, чтобы она тебя лучше воспитывала. Ребят, ну не для вас же. А для кого? Для тебя, что ли? В одну харю все хотел съесть, а? Да нет, это не круто. Я плеер хочу, как у Тоньки, который ей эти, из патроната купил. Да просто, Аля, классная штука. Олег, подожди. Хоть конфеты. На, да ты не стесняйся, бери. Ешь. Скажи, это местные? Ну, из Павлова моста? Нет. А давно ты тут? 3 года. Из Саратова приехал. Из Саратова? А еще скажи, у вас есть тут Александры, Алексеи, Алики? Да полно-полно. Вот дело 2, Саша и Леха. Еще в классе есть этот, Алексей. На, покушай. А после на перекресток пойдем. В магазин нам уже появляться нельзя. Нас по-любому спалили. Слушай, блоха, прости меня, пожалуйста. Это я виноват во всем. На, поешь чутка. Это еще ничего. Хорошо, что из травмата. Говорят, по городу такие джипы ездят. Они берут, в машину затаскивают и увозят на органы. Да ну. Вот тебе и да ну. Костерок-то хилый такой. Огонек маловат.
Вы еще не видели, как баня горела? Баня горела? Да. У кого? У тети Маруси. Она через улицу от нас живет. Так полыхало. Я хотел бы пойти посмотреть, но меня бабка не отпустила. Ох уж эти женщины, ничего в пожарах не понимают. Всего боятся. Ага. Но зато я кое-что другое видел. Ну? Как этих двух мужиков, которые кухню спалили, поймали. Поймали? Да ладно. Честное слово, их друг Магенко около пруда утром видел, а потом их милиционеры увезли. Не может быть. Честное слово, их в дом Горелого отвели. Директора овощного завода. Это который у станции с флюгером? Нет, это на Красноармейской улице, дом с зеленой крышей. Молодцы, милиционеры. Ладно, бывай. Давай. Пока. Удачи. Чемпион Спарта! А ну, кто думает? Бежим отсюда. Чемпион Спарта! А то подумают, что это мы. Ага. Так, еще чуть-чуть, и финишная ленточка будет порвана! Есть! Финиш! Кто же? Ну кто же разорвал финишную ленточку? Бежим отсюда! А то потому что это мы! Ага.